В областной библиотеке состоялась встреча с Николаем Миклухом-Маклаем. Он рассказал слушателям о современных экспедициях, новых открытиях и провел экскурсию по выставке «Россия в регионе Южных морей». Недавно потомок именитого исследователя, сам ученый и путешественник, вернулся из Новой Гвинеи. Очередная экспедиция в Папуа принесла немало удивительных открытий. Темой очередного путешествия было влияние гаджетов на развитие молодого поколения. Ученые выяснили, что плоды цивилизации пока не имеют власти над молодежью Папуа. Более этого, поколения продолжают сохранять традиции, и нам есть чему у них поучиться. Мы же пишем книги, оставляем это наследие, не все читают. А вот они передают это из уст в уста каждый день. Каждый день они рассказывают короткую историю своим детям о своей жизни. Я взял это у них на вооружение, и младшему сыну, вот которому скоро 8 лет, уже 2 года рассказываю короткую историю о своей жизни, о том, что происходило у меня. И потрясающе, он знает великолепно все. Лучше, чем мои родители. К слову, в зале областной библиотеки на встрече с исследователем не было свободных мест. Ученикам гимназии номер 2, гармонии и 31-й школы Николай Миклуха-Маклай рассказал не только о современных экспедициях, но и выявленных исторических фактах. Например, о том, как татуировка появилась в России. Иллюстрировали рассказ ученого 17 стендов с результатами экспедиции. Прошла эта встреча в рамках проекта «Россия в регионе Южных морей по следам русских открытий».